Всем привет, меня зовут Лучин Кирилл, и сегодня я расскажу о новинке воблеров «Шакал», то, что мы очень давно ждали. Я не знаю, один ли я был не один, но 3 года я просил у «Шакала» сделать новый чабик. И вот он у меня уже в руках, и это уже серия, которая есть в Москве. Чаби 41, в принципе, он по ТТХ повторяет известнейший, самую популярную головлевую приманку, это Чаби 38, с тем отличием, что он побольше, а самое главное для меня потяжелее. Дело в том, что у Чаби, который лишен системы дальнего заброса, была одна такая слабая сторона. Дальний заброс у него была довольно посредственная. Воблер далеко не летел. Даже в отличие от 38-го СССР, где уже лонгкаст стоял, в 38-м обычном Чаби СССР его не было. Здесь лонгкаст есть. В итоге мы имеем воблер 41-го размера с весом 5,5 грамм, который летит примерно процентов на 25 дальше, чем обычный Чаби. Проценты очень примерны, все зависит от кучи обстоятельств. Но если вот сравнивать в лоб в одном и том же месте, с одной и той же снастью, 25% вы выиграете. Нужно ли это или нет, это уже зависит от условий. Но я думаю, что возможность кинуть дальше, она в любом случае важна и полезна. А почему 41? 41, как бы по многим наблюдениям, проверкам, тестированиям, это тот пограничный размер, который нормально ловит и довольно некрупного головля, там включает 200, а то и меньше грамм, и уже хорошо воспринимается головлем крупным. То есть килограмм, 800, там, 1,5 килограмма. Поэтому вот именно этот размер был взят за основу, для того, чтобы с одной стороны ловить и крупную рыбу, с другой стороны, если клев хорошей рыбы отсутствует, то можно поймать что-то поменьше. Цветовая гамма обширнейшая, широчайшая, она, в принципе, полностью повторяет цветовую гамму Чаби 38. То есть можно совершенно спокойно выбрать любую расцветку воблера в зависимости от мутности воды, освещенности, предпочтения рыбы на данном конкретном водоеме. То есть никаких проблем в том, чтобы подобрать именно то, что надо, здесь и сейчас, по расцветке, которая представлена, нет. Более того, как и в 38-м, введены несколько цветов, которые ядовитые, которые считаются в теории форелевыми, но на самом деле по мутной воде они также хорошо привлекают головля. Форель ловить пробовал, крупная форель, килограмм на него ловится спокойно и уверенно. Теперь, если мы сравним этот 41-й чабик с чабиком 38, в чем разница? Я вот их в лоб сравнивал, смотрел, как они играют, сильно больших отличий не заметил. Маленькое отличие в том, что этот воблер 41 еще чуть-чуть более высокочастотный и менее амплитудный. То есть, если амплитуда у чабика вот такая, то здесь она чуть-чуть меньше. На клев рыбы, как это сказывается, не знаю. У меня было несколько образцов, которые поочередно мною тестировалось. В итоге вот этот образец оказался самым ловящим, самым интересным. Поэтому, надеюсь, что поэтому и пошел в серию. Потому что чаби будут представлены, я думаю, не только в России, это пойдет и в другие страны. Горизонт, заглубление у этого чабика порядка 50-60 сантиметров. Все зависит от скорости проводки, силы течения, ну и там куча других факторов, включая там диаметр, толщину лески. Примерно это 50 сантиметров. То есть по заглублению он и повторяет 38-го собрата. По большому счету, основное назначение этого воблера 41-го, если у вас есть 38-й чабик, это увеличение дальности заброса и привлечение в какие-то моменты более крупной рыбы. Ну, наверное, на этом все. Много рассказывать про то, что понятно, известно и ловит, не буду. Потому что, в принципе, что 38-й, что 41-й, это вот прям братья-близнецы с очень небольшой разницей в размере. Всего доброго, всем пока, увидимся на воде.